Адрес: улица Куйбышева, 90. С одной стороны, уютный двор дома окружает территория Центрального проспекта. С другой – улица Дзержинского и прямой выезд на городской Арбат. Именно здесь сегодня проходит серьезная модернизация. Специалисты котельного хозяйства заменяют старые трубы. Проводим модернизацию тепловых сетей по адресу Куйбышева, 90. Значит, в данный момент происходит монтаж трубопровода системы отопления на жилой дом Куйбышева, 90. Значит, планируем завершить мы 25 августа обратную засыпку этого объекта. Работы на объекте сосредоточены на двух площадках – в середине теплового узла и непосредственно у фундамента дома. Таким образом модернизируется вся цепь. Конечно, определенное неудобство местные жители ощутили. Однако важен результат. Зиму люди проведут комфортно, не беспокоясь за то, что смогут остаться без тепла или горячей воды. К слову, на 93 центральных тепловых пунктах города профилактические ремонты и испытания оборудования уже проведены. Согласно плану мероприятий по подготовке предприятия к предстоящему отопительному сезону, все оборудование 30 котельных и 110 центральных тепловых пунктов нашего предприятия пройдет техническое обслуживание. То есть все будет готово. Согласно плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону, все оборудование котельных и центральных тепловых пунктов переживет профилактический ремонт. Уже сегодня в этом вопросе специалисты котельного хозяйства выходят на финишную прямую.